Эйфория против Central Fear встречаются. И встречаются они вот уже в довольно позднее время. 22 по европейскому времени, 23 по украинскому и так далее. Плюс один, плюс сути для других регионов, которые находятся восточнее. Коф и Эйфория. Коф играет за Дайр, а Эйфория играет за Радиант. Ну что, вот такие вот баны у нас, ничего интересного. Ну, мы посмотрим на пики. Пики тоже пока, ну... Коф, кстати, сегодня играет вторую игру. Первую они выиграли. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Что будет сейчас? Вилсон Паперсон сейчас должен как-то что-то придумать против Вайда. Давайте уже какую-то супер-пупер крутую агрессию покажите. То, чего не хватало, может быть, в трех или даже в двух из сегодняшних четырех игр. Но одна игра у нас просто 8 минут 12 секунд закончилась. Было супер быстро. Брюмастера и... Ну, бан, в принципе, Дума, да, освобождает Брюмастера от каких-либо негативных последствий перед разложением, как бы. Можно еще и Виномансера попробовать взять. Но это Шадоу Шаман, ну окей. Окей. Брюмастер вайпером отвечает Кофы. Вайпером отвечает Кофы. Хорошо. Radiant Team Ban. Так. Ну, тут уже завидели, да, Шадоу Шамана, и поэтому Коф еще дополнительно пытаются сейчас себя обезопасить от возможных посягательств на целостность их тавров. Ну, то же самое делает и Эйфория. Вот убирают Пугну. Подожди, а зачем тогда они Пугну забрали? Пугна-то им как раз бы и подошел. Энигма. Radiant Team Ban. Энигма. Пугна, подожди, может быть, что-то с прокастом хотят взять? Может быть, Пугну берут, потому что типа Тинкера планируют? Вроде Брюмастер есть. Ну, Брюмастер, конечно, может сместиться тут, как бы, если его попросит Тинкер. Я думаю, он пойдет на это. Ну, ладно, посмотрим, хорошо. И Джакира еще. Ну, совсем как-то защищаются от... Ну, подождите, а почему? Слушайте. А, может быть, банят для того, чтобы самим потом взять тоже пуш, а у противников нечем было противопоставить. Нечего было противопоставить. Ну, потому что, смотрите, три героя, Ликан, Пугна и Джакира, это все три, которые, собственно, способны разбираться с таверами и способны, особенно при поддержке тиммейтов, очень быстро это делать. Но теперь думает Эйфория... Что же все-таки себе взять? Ну, я голосую за Виномансера. Вот. Виномансер и Лондруид еще возьмите, и будет шикарно. Лондруид сложно, Виномансер в мид, а Брюмастер, Шадоу Шаманом и кем-то там еще пусть стоят в изи-лайне. Ну и вот Вич-доктора. А, ну видите как, видите. Чтобы не отдавать Вайду Вич-доктора, мы пикнем его себе. Тут аппарат, но тут под Вайда-то еще можно каких-то полезных забрать товарищей. Так что тут Вич-доктор-то не совсем проблема, да. То есть того же Дизраптора можно взять. Так, Шейкера. Не, ну Шейкера нет, с Вайдом, конечно, он не очень, он против Вайда хорошо, хотя, ну, ладно, посмотрим, там все может быть. Виномастер, где? Ну, друиды тут, где они? Непонятно, да, где они? Резервное время тратит Вилсон Паперсон, чтобы что-то добрать, но... А что можно добрать? Ну, давайте подумаем. Еще, кроме того, что мы уже предложили, да? Понимаете, что шаман, видишь, доктор. Еще какой-то нужен керри, вот, серьезный, который будет, если что, в лете. Кстати, как насчет Наги и Сирены? Как насчет Фантом Лансера? Как насчет Слардара, хотел сказать? Ну, не знаю, Слардар не очень мне тут видится, потому что милишный, он там все-таки купол и вайпер. Но вот что такое с копиями, очень даже может и тут появиться.
Ну, это если хотят затянуть игру. Ну, а может быть и хотят, потому что Джакира, ну, убирали или Кана. Как-то долго сейчас думает Вилсон, но я не знаю, что еще посоветовать. Сложно, может, кого-то сейчас взять. Два саппорта есть неплохих. Тут и агрессия, вам и защита, два в одном сразу же. Вот. Шейкер тут уже брать нет смысла, потому что уже есть два саппорта. Может быть, Клокверка взять, но это сложно. Вряскин. Ну, окей. Ну, пока не нравится мне этот Вряскин, честно говоря. Хотя в прошлой игре вот только что BBC играли с Вряскингом. Ну, до определенного момента Вряскин там более-менее что-то делал. Ну, а вот потом... Потом все было просто вверх дном. Секунд остается. И резервное время прошло. Кстати, резервное время вот эйфория уже практически все использовала. 15 секунд у них осталось. Ну, они могут подумать сейчас над последним пиком своим. Тут это будет в оффлейн. Слушайте, ну вот и Сларк, ага. А Сларк-то был сегодня неудержим. И тогда вот пойдет сложную, наверное. Интересно. А, ну хорошо, но на самом деле я бы сейчас Дизраптора отправил тогда в бан на месте Вилсона. Потому что остался один саппорт еще для команды КОФ. И, ну и какой, а какой еще, подождите. Ну хорошо, Инвокер, вот так вот. Ну, потому что купол Вайда, ясно, я понял, почему Инвокер. Ну а Вайпер, разве не Вайпер в центр идет? Инвокер как бы тогда было... Инвокер-то вот трипла, вайпер, аппарат и Сларк, что-то как-то непонятно, но, в принципе, может быть и такая, может, могла бы быть, наверное. Тайда, вот так вот решили рубануть плеча, минус тайд, хорошо. Минус тайд. Ну, идеально, вот, мне кажется, вот было бы все-таки лондруида и виномансера взять. Ну, или кого-то вот сейчас из них одного. Просто держите Вайда на расстоянии, всех держите на расстоянии, если это раскачанные. Ну, вот виномансер точно держит всех на расстоянии. Просто эти варды стоят, они просто не позволяют. Ничего нельзя делать против них. Не подпускают на расстояние атаки. Так, вапа! Ух ты, королева! Ну что ж, королева появилась у нас, наконец-то. И король, вот так вот. Королева и король. И вот они... кто это? Это пешки и тура. Или офицер. Офицер, да. Это офицер и две пешки. Королева с королем. Квин и король. Вот так вот. И смотрите, еще стоят плечо к плечу. Один влево смотрит, вторая вправо. Круто. Ну что ж, Что ж, король с королевой и их свита. Просто-напросто Алиса в стране чудес у нас, понимаете? Карточная колода, да вы просто колода карт. Но посмотрим, как эта колода карт сыграется ли она. Квапа, банили тайда, то есть думали, что не хватает на оффлейн героя, я тоже думал. Ну, тогда на оффлейн брюмастер пойдет, да? Ну, как бы. А, нет, тогда в триплу сложно отправить брюмастер в легкое будет стать. Вот оно что. Ну ладно, в общем, наблюдаем. И за последним пиком есть еще целая минута, чтобы подумать. У Тира. Тут столько всего написано, я не знаю, как это прочесть. Мерфом. М3Р4М. РЕН-ДНТ, ТИР, что-то непонятное. А итак, последний пик. Время тикает. Ну, тут я даже тоже не возьмусь уже предположить, что же все-таки может появиться.
А, саппорт же мы решили с вами. Да, саппорт и лича забрали. Лича забрали, ну, лич, вот, все нормально, как бы, все прекрасно. Все прекрасно. Но ставка-то на самом деле не столько, мне кажется, на Вайда, на этого, сколько вот на Сларка. В большей степени то, что он как-то будет там с Шэдоу Блэйдом, может быть, бегать там по всей карте, кого-то там находить в лесах, кого-то убивать, кого-то напрягать. Ну, окей, это мы узнаем буквально через несколько минут. Так ли это будет? Давно, кстати, не наблюдал я за Квапо, и сейчас посмотрим, что же все-таки эта Квапа сделает в игре. Ну, остался последний. Так, я свернусь пока на секундочку, пока у нас там остается последний герой. Так, ну никого тут пока не выбрасывается. Нормально, 5 секунд остается. Сейчас у нас будет пауза, друзья мои. Потому что Вайпер так и не выбран. А нет, все-таки выбрал. Выбран Вайпер. Ну, без паузы обошлось. Хорошо. Без паузы, так без паузы. И это последняя игра на сегодня. Еще раз напомню, команда Эйфория вот в таком вот составе. Лаффи на врескинге играет Вилсон, Паперсон на Шэдоу Шамане играет на Вич-Докторе. Вот такой смешной, как это называется? Что это вообще такое? Не знаю. Маска, маска это. Так, маска Лиле... Да, Лиле... Боже, очень много букв Л. Лилен Лисиус. Лилен. Лилен, в общем, Лилен Вич-Доктор. Тулекс на Брюмастере. И, кстати, последний герой это Злисела. Ну и вот он-то на своей линии. А вот, кстати, хорошо заходит. И сейчас вот будут искать. И вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, надо становать. Сразу же сориентировался. Тир, но он понял, что погибнет он, да. И First Blood. Вот так вот. Ну и, соответственно, Вард тоже заберут, естественно. Естественно, заберут Вард. Вопрос только, кому он достанется. Достается все-таки Вич-Доктор. Он до последнего надеялся, там, Уилсон, что все-таки у Лилен как-то, возможно, мисс пройдет. И вот он заберет 50 монет себе. Но тут то же самое с Ларк говорит, что только что там Вард поставили. Так что, парни, давайте разблокируем. Так вот, команда Ков. Что получается здесь? Ноктис играет на Сларке. Тир на Ancient Operation играет. В центре Вайпер не... Не Кьюром, не Кьюром. И Дэй Уолкер на Личе, и РНТ, естественно, на Вайде. Так, 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 так. Дубль дамэдж. Дубль дамэдж, да, вот Вард чужой забрали. Ну и дубль дамэдж, Вайпер понимает, что держится вот так вот примерно в этом месте, да, в этом пространстве, ну и саппорты как бы ничего там сделать не могут, да, они могут зайти сюда, они могут даже подойти вот сюда, ну и что, даже не могут зацепить Вайпера, но он находится здесь, на первом левеле туда же никто не пойдет, а вот пошли сюда, тут дубль дэмэдж, что каска есть, и вот так вот держит, второй раз же погибнет, Тер погибнет, второй раз каска прыгнула с Ларка, чё, ноптиса не получится забрать, но Тер, Вич-Доктор, понимаете, убил первый раз, забрал руну, еще убил второй, заходит сведу, хорошо-то, Ноктис, надо как-то его держать, только Ноктис там прыгает, но если бы каску подождали, прям вот под тавер хотят зайти, если бы каска быстрее кулдаун у него проходил, ну тогда бы у Вич-Доктора должен был быть третий левел, тогда бы быстрее это все произошло на 2 секунды, но вот все-таки сейчас всего лишь второй. Но Ноктиса можно и здесь, на самом деле, достать. Вот Лаффи, если бы ему принесли какой-то реген, что-то, вот чтобы... Ну, это опять, смотрите, ошибка в том, что дабла и здесь дабла. Но дабла против триплы, ну, не может она стать, тем более, когда трипла идет в агрессивную, ну, то есть в сложную линию, потому что они уже планируют быть агрессивными. Ну, вот, посмотрите, Лаффи-то сейчас он даст Ноктиса стан или что-то такое. Ноктис, правда, может успеть прожать Дарк Пакт, но тут Вилсон Паперсон, посмотрите, ее держит, его держит. Ну все, до свидания. Тут уже стан, сейчас еще и каска полетит. Есть каска, да, Ноктис прыгает, но Ноктис погибает. И Тир, ну, ребят, сейчас вот у нас вторая самая быстрая игра в истории. Там ТП куда? Шэдоу Шаман. А, он просто на фонтан ТП. Ну вот если бы, мне кажется, сейчас еще и Тира здесь забрали, то вообще бы, вообще просто было бы... А Квапа все-таки пошла против двоих стоять. Ну, что королеве-то? Королевы проблем нету, как-то слишком уж она рогатая, правда, так вот. Просадили ее и уходит королева. Уходит, но лич
30-15 мол спид, у королевы 3, тогда чуть поменьше. Тут и РНТ-то еще на самом деле с таймволком мог он бы королеву Селу, зли Селу как-то. Так, тогда количество нову хочет дать квапу, и квапе надо быть очень осторожной здесь. А, ну, эйфория пока, вы знаете, напрягает Куф. Ай-яй-яй, Хастанович докторе, вот эта проблема сейчас будет. Ну, тут, не знаю, проблема или нет. Так, пиво замедлил, хорошо, каска полетела. Ну, а дальше ничего нельзя сделать. Но, зато сейчас вот пока добежит до этого места, будет возможность кого-то еще дополнительно поднапрячь. Потому что каска как раз кулдаун пройдет. Но где Шиду Шаман? Шиду Шаман далековато, конечно, далековато. Но не получится реализовать хасту. Надо было сразу идти сюда, вот надо было сразу идти. То есть сюда занимать позицию, заходить вот отсюда как-то. Вот краслиния была здесь. Можно было бы ли аппарата забрать, или Сларка. Ладно, давайте на статистику посмотрим. 3 минуты у нас прошло, как-то мы о ней забыли. Немножко 16-6, 13. Ну вот, в принципе, фармит. КВП не фармит. Брюмастер фармит так себе. Вайпер фармит получше. Но фармят, в общем, примерно на одном уровне. Ну, кроме КВП, которая, конечно, дела печальнее некуда. Но у нее нет вообще никакого регена. Она на фонтан идти не хочет. Левел получает. У РНТ, конечно, левел чуть побольше. У него 4,5, а здесь всего лишь почти 3. Ну, квапа. Ой-ой-ой. Ну, просто посмотрите, Лилен постоянно вот какие-то руны подбирает, постоянно вот что-то у нее получается, у него каска, крипы назад отскочит, нет, крипа, стан в тира, ну и тир тут, конечно, может и не уйти. Да, ну, из 4 фрагов все сделал Вич-доктор. Все 4. Вич-доктор, убиватор, просто убиватор Вич-доктор. Так, ну Квапа 4-й левел наконец-то получила. Тут ее ищут, ходят, ищут Дейволкер. Но не найдет, конечно, здесь Квапу, потому что там она уже глубоко ушла в леса в свои. Но не хочет, не хочет. Посмотрите, ну просто на грани жизни и смерти балансирует Квапа. 2 у нее в Shadow Strike, непонятно за... чем, ну, чтобы просто замедлять как-то посильнее. Ну, тут, конечно, на самом деле дамаг от Shadow Strike-то очень большой. Кулдаун, правда, снижается. Ну, ладно, ладно, ладно. Вот Shadow Shaman говорит, очередная руна, и я тебя заберу, Вайпер. Не Кьюро. Так, ну, Вайпер понимает, что где-то там саппорты все-таки прячутся. Ну, вот если... А, кстати, Брюмастер-то может сплит сделать, но не будет он пока сплит делать. Так, Вайпер аккуратненько, аккуратненько действует. Смотрите, вот. Но есть возможность, да, вот так вот стоять. Потому что линия-то вот здесь вот встречаются крипы вот в этом месте. И все, и Вайпер спокойненько там все-таки держится в рейнже своего тавера. Потихоньку поплевывает, левел получает. Так, там кого-то лича заметили. Квапа убегает, Квапа убегает. Хорошо, и Вайпер тоже уходит, он за руны пошел руну прочекать. А саппорты ждут, какие же нетерпеливые эти саппорты. Сколько терпения в Резкинг? 5-й, здесь тоже Сларк 5-й, а аппарат 4-й. Так, Брюмастер. Ну и Ром, посмотрите, все равно боится. Все равно боится. Так, пивка и сразу же так, назад под деревья. Ну а саппорты? Саппорты что? Саппорты готовы, наверное, сейчас еще кого-то. А, вот, ну, правильно, 4 фрага сделал, поинт бустер купил. Так, 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 увидели. Увидели Вич-доктора, ну и сразу же так немножко сориентировались, отступили назад. А, Брюмастер руну забирает себе в бутылку. Так, иллюзии, хорошо. Ну, а папа говорит, я-то я королева мида, понимаете? Так мне, ой, ТП. Ну, если бы разложился, да, Брюмастер, ну, сразу же ТП просто делает. А, ну, можно было бы... Примал сплит, там полсекунды он, да, и кирпич забросить. Можно было бы успеть, но не рискнул, не рискнул. А зря. Саппорт тут в надежде что-то сделать. Кстати, вот можно 6-м левелом-то уже прямо идти вот под тавером забирать. Но не получится, да, мало крипов. Было бы больше крипов на линии, тогда бы можно было. Ну и вот здесь вот проесть надо. Есть танго у кого-то, одно танго. Нечем проедать. Нечем проедать, к сожалению. Ну вот, проел, да, а дальше что? Надо еще, надо еще. Вот, каска хорошая, каска и Сларка отпрыгивает и назад в тира! Хорошая, опять Сларка, опять в тира, да? Что ж такое? Крипов не было. Ну,
5 обратно, но на этот раз в рескингу фраг достается. Кстати, это несправедливо, я считаю. Так как Вапак погибла, я вернулся на линию, здесь, я так понимаю, через хроносферу, да. Через хроносферу. Возвращается опять Operation на линию. Так как Вапа два раза погибала Вапа, вот так вот. Да, ну Вапа главное. Главное пока что умирательница у команды Эйфория. Ну и вот тут Сларка, а Сларк сбросил, потому что думал, что будет как бы агрессию проявлять по отношению к нему. Ну вот так говорят, сюда шаман, давай так. Сбросил ты, использовал Dark Pack, теперь моя очередь, так, а тут Primal Split будет делать, ультанули, и вот Primal Split, хорош, развел, все, Кирвич немножко не в того, или в того, ну, непонятно, ну, просто уходит, Брюмастер, да, еще крипочка пофармит и уйдет, а что, Душаман, забыл дэмэджа, хорошо, и опять ветра. Ой-ой-ой, сложился прям ветра. Вот долго, конечно, будет летать вайпер. Эти ветра очень длинные. Так, ну он пришел в Рескин против РНТ стоять. Говорит, ну, типа, чувак, у меня шестой есть. Я тебя, конечно, вообще не боюсь. Но тебе еще стан. Давай, я просто буду бить. Ой, баш, по Лафи прокнул. Ну, у Лафи-то есть ультимейт. А вот у РНТ ультимейта нет. Но у него зато есть мом. Зато у него есть мом. Так, квапа. Шестой, пятый какой? Пятый квапа. Два Scream of Pain, два Shadow Strike. Ну, кстати, можно попробовать забрать. Кстати, лично тоже шестого. Четыре смерти у аппарата, да. Так, ну, говорят, что, типа, давайте Ноктис. А Ноктис, если зацепит квапу, то... Так, и саппорты подкрадывают, подошли, хорошо. И вот, нашли, прыгает квапа, есть, все, крикнула. Зацепили Вилсон Паперсона, Вилсон Паперсон что-то он очень быстро погиб, но каска-то летает, Ноктиса, надо Ноктиса забирать. Надо квапе ультануть туда, и лени, типа, отсюда делать квапа. Крикнула, ульт в никуда, квапа прыгнула назад. Честно говоря, сейчас она может погибнуть, правда? Ай, зацепили квапу. Ну, ультанула она мимо Ноктиса, он прям рядом с ней стоял, и она тут как-то, и она вот так вот крикнула, его не задела. Не задела. Честно говоря. Так, а РНТ купол поставил, и Вилсона забрал. Еще и Лафи попробовать. Ну, у Лафи есть стан. Ай-яй-яй, ай, стан в Рома. Кстати, и ТП отсюда делает, а что Рома тавер забьет? Тавер забивает или нет? Переагрили тавер, ну кто тут прилетит? Квапа, прыгнула. Крикнула, нет, не нашла. Shadow Strike, и вот вайпер говорит, а на разворотике-то у меня была мека, я сейчас попробую тебя поднапрячь. Квапа, королева боли. Ну сейчас, если запрыгнет, то она себя загонит в ловушку. Она просто крикнула, да, молодец, и прыгнула назад. Хорош. А вот-то будет замедлять, будет бить квапу, квапа, крикнула еще раз, и квапа погибла. Но здесь Брюмастер, Клэп забирает твой, да, и сейчас вот на самом деле может разложиться, да, и сплит. Надо, ну не хочет сплит тратить, так, оп, сплит решил. Ну, так, ты от меня так, говорит, я тебя все равно найду. Так, тут кирпичонок надо дать в Рома, да, и забрать его. Ну, а просто сжигает, Вот так вот. Даблкил, тут Слар говорит, я сейчас буду тоже что-то делать. И сложился Брюмастер и успел Блиндаггер отсюда сделать. Вилсон, Паперсон не зацепили, ну так да, просто на развороте зацепляй его. Кекс, Шекл, что-то. Ну, Лича просто забоялись, потому что у Лича Chain Frost есть. 9 на 8. 11 минута игры. Давайте посмотрим на графики. Ну, вот так вот. Команда Куфу. Ого, и по опыту вот так вот. Ну, все было постоянно, значит. Очень интересно. Очень интересно. А что по фарму давайте смотреть? Ну, да, в принципе, топовые сейчас Networks. Отстает чуть-чуть немножко от него Брюмастер, но не более того. Окей. Войд забрал квапу опять. Да что, где это произошло, квапа? Ага, здесь. Ну да, видите, квапа пока не может похвастаться выживаемостью. Так, а тут... А там... Ай, Chain Frost! Ай, Вилсон Паперсон! Погибнет или нет? Или успел уйти, так надо сейчас кушать, что-то проесть. Или... Ай, да и Волкер-то запутался. Но вот он, надежда, вот он, Вич-Доктор 4-0. Ну-ка. А, он Вич-Доктор-то вар, типа, хорош. Так, пришел сюда Шедушаман. Так, оп, ну что, каска? Что-то надо делать-то? Что-то надо делать? Так, есть Шекл, хорош. И вард. Все-таки забирает Лич Шедушамана, но... Но Лилени... Делает пятый фраг.
Так, бедная Квапа. Но она уже про до 8 левела. О, Вераскин погиб. Вот так вот. Кто забрал Вераскинга? А Войд. Ну понятно, Войд всех забирает. Опять он ультимейт использовал. Too much action. Нет, чил. Слишком много экшена, говорит аппарат. Надо немножко остудиться. Ну, 5 фрагов, да, на нем сделали. Надо бы чуть-чуть подостыть. Но и все-таки получилось так, что в дабле вот тут вот наверху проиграли, но как-то выиграли вот внизу против Квапы. И потом этот выигрыш против Квапы как-то успешно реализовали. Потом еще пошли поубивали там всех везде, потихоньку, по чуть-чуть, и в итоге вышли вперед. Вот и Вайпер, и Войд, и Сларк тоже вроде бы как 3600 у него. Так что... Ну... Вот где Лон Друид? Понимаете, Лон Друид бы просто бы он так не умирал бы, как Квапа. 2-6, 6 фрагов на Квапе, понимаете, вот... Ну-ка, кто больше Квапу умирал? Никто, даже аппарат меньше Квапу умирал. А у Квапы-то есть эскейп, у аппарата нет. Вот, понимаете? То есть... Слабое звено. К сожалению. Ну, Квапа... Крикнула, да. Можно было бы еще, наверное, ультануть Вайда на всякий пожарный случай. Так, Лафи сбросил ногти с себя стан. Ну, у Лафи есть вампирикаура, так что он там сейчас отхиляется от крипов. Оп. Оп. Ну, очень хочет ногти забрать Лафи, но он, на самом деле может с прокаста пробовать его забрать, тем более у него есть ультимейт, так, прыгает. Так, хорошо, ну и бить Лафи, да, бить Лафи. Лафи барабан прожимает, но погибает. А, нет, стан, ну, да, там второй раз еще пришлось использовать дарпак. Но и не будет. Ну, Дракпак 6 секунд кулдаун, понимаете, так что вот так вот. Так, Брюмастер там гоняется за Тавером. Но Тавер стоит на месте и ничего он не может сделать, не может убежать от Брюмастера. Правда, он очень больно бьет, поэтому надо переагривать на крипов. Да, он переагривает и летит сюда кто? Лич. А, это Вайпер. Ну, похоже они цветом. Чуть спутал я. Ну, шаман 5 левела, понимаете, вот в чем проблема. У него нетворс 700. 5-7, понимаете, вот, ну, просто на 2 левела отстает от ближайшего аппарата. Это плохо. Это неправильно, неправильно, абсолютно. Ну, а здесь уже готовы Врескинга забирать, но на этот раз у Врескинга будет ультимейт. Так, вот, хорошо. Ну, а что ты просто стоишь, Врескин? Как-то посмотрели, Лич улетел наверх, потому что наверху там кто-то разложился. Брюмастер забирает Вайпера. Такая вот штука. Чё стоять? Что Брюмастер стоит, ждет. Так, ультимейт бросает куда-то туда. Рескин живой, все живые, все готовы драться. Ну, Квапа, дабл дэмэдж. Бутылочку купила Квапа. Ага. Ну, Войд, Шедоу Шамана забирает в куполе. Это было несложно. Это было даже очень просто. Ну вот Квапа, если бы сюда пришла, можно было попробовать Ноктиса забрать. У него, скорее всего, не хватило бы маны на все. Хотя нет, хватило бы маны. Но у него дешевые спылы, понимаете, кулдаун. Это кулдаун большой, но у Даркпакта, например, не очень. Кулдаун-то большой только на паунче, а все остальные спылы очень даже можно. Так, ну и Шедоу Шаман летит, хорошо. Стан, но вот Шедоу Шаман успеет добежать или нет? Успевает или нет? Не успевает. Не успевает. А там сражение в центре. Квапа, дабл дэмэдж. Ну, ничего пока, ничего. Рановато Лафи, может быть, начал атаку. Вот если бы Вилсон побыстрее прилетел. Ну, то есть, был ближе. Так, хорошо. Сбрасывает себя. И Вилсон. Ну, что ж. А, там же ультимейт. Ноксис. Ну, так вот просто сгрызает саппорта. И все. Ну, довольно, наверное, давно играли ребята против Сларка и забыли, что Сларк может просто убивать. Просто убивать. Тут, смотрите. 240 и 300, да? 540 магического дэмэджа. Вычтите отсюда резист, получите 530 чистого дамага. Ну, чуть больше, 300 дамаги, да? 300 дамаги и плюс еще там Сларк наносит с руки, да? Там два удара. Вот. 300, а здесь всего 644 хп. Ну, то есть...
то есть так. А если еще и чуть битый Shadow Shaman, то, конечно же, просто-напросто его убивать. Ну, по что? Ну, вот чем дальше, тем все хуже, хуже, хуже для команды Эйфория. Начали они вроде бы очень хорошо. И Witch Doctor вроде бы... Вот уже с Агонимом на самом деле. Но у него все хорошо пошло с самого начала. 5-0-3 он до сих пор. А, и Агоним вот уже есть. А, ну хорошо. А как бы его еще реализовать? Ну вот варды стоят. Будут, может быть. Нет, тут без вардов можно попробовать забрать. А, ну тогда... А, кстати, на Рошана, да? Так вижу, что пошли. Вижу, что на Рошана пошли. Ну, можно тогда попробовать забрать Тавр и пойти на Т2. И там... Вот если придет туда еще и Witch Doctor, попробовать посражаться. Там, правда, Вряцкин говорит, что не, парни, давайте уходите оттуда. Shadow Blade, ага, ну ок, Ноктис. Ну и все идут, вот то же самое, что всегда происходит, когда забирают Рошана на халяву, грубо говоря. Сразу же идут... Ну, это было логично. Почему вот сейчас Клаффи не идет помощь? Почему? Просто сейчас со всех сторон его окружили. Так, вот Witch Doctor, если хороший, поставит вард. Но тут есть купол, купол, купол. Хорошо, купол ставится на Witch Doctor, который убивается. А, ну и вот оно ГГВП. Вот ГГВП там Протопанда разложился. И вот он, да, забирает аппарата. Но Клаффи погибнет сейчас во второй раз. Квапа ушла просто на блинк. Ай, вот это за ней. Квапа замедлена. А еще и стан проклял. Да вы что? Баш прошел. Аегис, правда, выбили. Но Туликс не уйдет, мне кажется, вапер все-таки. Сейчас просто раскатится. Будет сейчас снова улича. Фростбласт, точнее. Ну да, это уже Фростбласт. Че ты жадничаешь? Да, Фростбласт. Туликс погиб. Туликс погиб. По-моему, и бить тавр. Плохо, плохо. Ну, долго думают как-то команды. Вот, ну, не команды, а в конкретном случае команда Эйфория. Долго она думала. Забрали Рошана, сразу же надо было либо в Рескингу куда-то уходить. Вот тем более он увидел здесь Сларка, да, он увидел Сларка. И он побежал сюда. То есть надо было либо ТП вообще делать на базу, либо всей команде быстрее прилетать вот к этому своему тавру, который сейчас сказал, чтобы занять позицию хорошую. Чтобы там, может быть, кто-то стоял, вот Рескинг стоял бы и не отдавал свой ультимейт, чтобы стоял с Вайдом и бил бы Вайда. Чтобы тот не мог дать купол. И все остальные бы как-то Вайда пытались контролировать. Там какие-то хиксы, шеклы и все остальное. А так получилось, что просто Войд поставил купол на единственную надежду команды Эйфория подраться хорошо. Это Witch Doctor, которого уже Агоним. И все. И все. Если, ну, плохо зайдет вард Witch Doctor, то, ну, то битва будет проиграна, потому что все остальные герои пока не способны вносить дамаг. У Вредскинга будет Блинк Даггер, но дамаги-то этого ему не добавится. Да, у него криты типа крутые. Давайте посмотрим, насколько 265. Ну, типа, ну что такое все-таки 265, да? Что такое 265? Пока это довольно-таки немного. Ну и Квапа. Тут все подряд собирает. БКБ, наверное, хотела. Потом, может быть, Агоним. В итоге решила, что надо собрать Аршит. Или не знаю вообще, что она там по итогу будет собирать. Так, Ноктис... Прыжок, крик, есть. Ай, пивка, да, медленно очень Ноктис. Ну и Брюмастер. Ну а что дальше? Там еще Вайпер. Есть ультимейт сразу взлетает. Как бы защитный. Замедлили Брю. Так, он будет драться, потому что у него есть... Так, хорошо. Ну и Вард будет ставить. Каска полетела. Купол опять ставится на Witch Doctor. И Witch Doctor погибает. Ну все. Все. Клопа, Врескинг залетел, там в ветрах. Войд, двоих на два. А, ну смотрите, еще и нет. И Ранте-то тут погибнет. Вот так вот. Ага. Ага. Что-то как-то я рано уже руки опустил, а вот команда Эйфория руки не опускает. Ну, молодцы, ребята. Что-то я расстроился, когда убили Witch Doctor. Думал, что вообще ничего не смогу сделать. Но все-таки нет. Все-таки что-то да и смогли. Аппарат разрушил башню. Туликс прилетел сюда поздновато для того, чтобы как-то аппарата напрячь. Ну, аппарата была ТП, а Тулик все-таки без башера еще пока. Ну, и башер все-таки не собирают Брюмастеру, так что
можно не опасаться брюмастера, просто ТП делать и все. Гем у брюмастера против Сларка. Угу. 1800 у Сларка денег. Хорошо. А, ну, Войд знает, в чем его задача, да? Его задача сразу же вывести из игры Вич-Доктора. А, ну, вот теперь надо придумать команде Эйфория, как этого Вич-Доктора в игру ввести. Что, как надо сделать? Может, лучше Shadow Blade какой-то ему собрать. Ну, чтобы вообще не видно было его, да? Вот, типа, чтобы Войд поставил купол, и тогда только из-за невидимости выходит Вич-Доктор и такой «ха-ха-ха». Или, может быть, ну, я даже не знаю, вот как-то, ну, то есть, все, Войда тоже, может быть, подойдет. Но если все, Войда, то, ну, все, Войда, ну, тут, ну, дизеблов хватает, на самом деле, да, Войда может долго в стане держать, так-так-так, как будет, прыгает, купол, вот, но на этот раз Варды-то, ну, где, ай-яй-яй-яй, там... Ультимейт летает, плеча, хорошо, хорошо, и Вард наконец-то бьет по всем, Вард, хороший, Вард. Как Вард отменяет, там, минус 3, хорошо, хорошо, ну вот, наконец-то. Вард и Варды, и все, и выживает у нас только Ноктис, который вот с вот таким вот ультимейт-арбом. Ну, а ТП-то не получится сделать, ну, он прыгает подальше. Угу, угу. Ну, отлично все получилось, вот, на этот раз все получилось отлично. Слушай, Вич-Доктор жил. Вич-Доктор жив, Вич-Доктор будет жить. А, и даже еще один фраг себе в копилку записал. Угу. Клоп... Ой, Клопа сейчас... Так, ну, успела выйти, нет, замерзнет. Ну, тики-тикают. Замерзла Клопа, замерзла, да. Погибла Клопа. 18 на 22, ну что? Ну вот, типа камбэкнули. Но по опыту, конечно, была очень чудовищная разница. Вот по золоту не такая большая, по опыту, конечно, было больше 12 тысяч. Но уже меньше. Так, отыграли половину. Ну вот, и Shadow Shaman наконец-то седьмой. Ой, только седьмой, только седьмой. Там уже 11 минимальный вот так вот купол. Ну, Уилсон постоянно попадается под Войда. И... Ну а Войд, а что? Почему бы нет? У него кулдаун 60 секунд. То есть... Запрыгнул просто и разбил лицо этому Shadow Shaman. А, хотя уже 8-го левела Shadow Shaman. Ну, дай бог. Возьмем, правда, он долго будет 9-й получать. Может, даже не получит. Лаффи, Блиндагер, Барабан и вот уже Мейлстром есть. Хорошо. Хорошо. Вич-Доктор, аккуратно. Вич-Доктор, ты куда? У тебя половина хп... А, там нет Варда. А, там нет, точнее, купола. У РНТ купола нет. Угу. Купола нет, ну и у Брюмастера мана нет. Может как-то назад уходить-то? Не стоит подставляться. А, Лилен. Лилен, ну да, он быстро собрал, конечно, огонь, но больше пока на больше рассчитывать не приходится, потому что крипов-то фармить он пока не фармит, и не фармил, и, собственно, денег от брать неоткуда. Ну, разве что какой-то сейчас себе сапог дособирает. Какой, неизвестно. Ну, какой-то определенно можно собрать. Так, а Хекс решил прокачать. Решил Shadow Shaman Хекс прокачать. Хорошо. Так, Ноктис, Ноктис. Ну, пока в центре, видите, кофы комбинируют, как-то пытаются занять позицию удобную, чтобы начать свою атаку. Но вот она позиция у Войда. Вот сейчас он сюда станет. И купол поставит. Ну, если Вич-Доктор подойдет в радиус, и что там, пинги? А откуда узнали? А, нет, это Войд говорит, что я тут, скорее всего, или что-то такое. Ну, не знаю, видно Войду или нет, но вот сейчас, если... Аппарат подсветил, а я сразу же прыжок и сразу же купол. Ну и все, так, стан, РНТ. Вот так, вот Вич-Доктор-то выживает еще пока, все еще живой, Сайленс хорошо на РНТ. Вот его сразу же убили, РНТ не успел он убить Вич-Доктор, потому что вся команда не поддержала. И Ноктис ТП-а вот отсюда делает. Вот так вот. Ну и это, кстати, очень хорошо. А тут еще и Вайпер забирает. Да. Катка продолжает летать, но ошиблись куфы.
Войт сыграл шикарно. Войт, как бы аппарат забросил ультимейт, подсветил область, куда прыгать. Войт прыгнул, купол поставил. Но не было поддержки, не было лича, не было вайпера, не было сларка. Никто дальше не бил. И, собственно, Войт, ну, Войта тоже дамаги много не вносит. У него есть мом, но у него, как бы, ну, то есть, дэмэдж с руки, вот у него 2 атаки в секунду, да, считайте, что по 270 он бьет в секунду. Это нечистый урон, потому что еще надо вычесть, собственно, сопротивление. А он, например, того же Вич-доктора, благодаря Аганиму, 1200 хп, и он госептер приобрел. Вот такую вот штуку. Кстати, неплохо. У него это было 700 монет или что-то такое, да, и вот сразу же после этого сражения госептер. Ну что ж, я уже думаю, что совсем-совсем эйфория вернулись в игру. А Аршит все-таки на квапе, да? На квапе, да. Аршит и БКБ скоро тоже не появятся. Ну, неплохо, и в итоге квапа, которую, типа, гнобили, которая больше всех умирала, 4-7, кажется, то, а, купол. И успела уйти, не дотянулся куполом РТ. Ах, ах, ах и ох. А вот теперь война будет забирать. Сайлен, стан и все, и минус РНТ. И минус. Все-таки, видите, Войт на оффлейне, Войт не кэрри, да, Войт такой плохой, ну, то есть дамаги у него нет. А с момом у него еще и хп очень мало. Ну, потому что мом все-таки дополнительно плюс один. Плюс один. Потому что мом увеличивает входящий урон на 30%. Ну вот, может быть, Ноктис что-то. Ноктис такой не очень активный, у него Shadow Blade есть, но как-то он не совершает какие-то вылазки в чужие леса, никого не гангает. Щиток вот продай, купи себе... Да. Point Booster, то, что надо было сделать. Кстати, как бы там ни было, а у Эйфории, смотрите, мид стоит полностью, вот центральная линия. И тут еще имеются вышки, да, по одной, на топе и на ботами. А вот у Куфов-то вышек почти не осталось внешних. Вот один единственный, и то наполовину живой. Тавр стоит. Вот в его направлении сейчас развиваются мысли команды Эйфория, которые вот сейчас будут выходить и сражаться. Но почувствовали они уже уверенность, потому что как-то ХП поднакопилось. У Рескинга уже 1700, здесь 1800, ну, тут же Аганим, да и плюс Вич-доктор с госсептером, так что... Ага, вот так вот прячется. Ну, правильно делает Вартен, в принципе, сможет поставить вот аж сюда. Ну, а здесь не будут драться за тавер. Да, вот драться не будут. И ТП делают в центр. Сразу же массовый ТП, форстафят. Ой-ой-ой, и стан получил. Боже мой, 5 ТП сразу не отдал врагу в рескинг вышку. Ну, и варды хорошо под вайпера поставили. Вайпера сразу же разобрали. Да, вот так вы смотрите. Какие они, да, эйфория-то. Молодцы. Молодцы. Так, ну давайте по артефактам посмотрим. Вайпера Аганим, вайпера Мека. Так, аппарата тоже Аганим мы видели. Здесь Форстаф, у Вайда то, что мы видели, то и осталось. Здесь, кстати, вот Сларк фармит неплохо. Ну и решили Рошана забрать, раз уж все-таки у нас преимущество, да, то давайте Рошана. Аппарат все это дело видит. Ну а, типа, дальше что? Вот хорошо, аппарат, да. А, ну вот, вот есть. Ну, а Войт то же самое, он прыгнет и никого не убьет в куполе. Обходит. Брюмастер стоит на страже. Хорошо, прыгнул, ушел, клап, сразу Сайленс, и вот он, Вестлес, Войт, а посмотрите, который сейчас погиб, там сражение еще внизу происходит, война просто закричала до смерти квапа, убили только лишь Лафи, это прыжок вперед, сбросил себя ногти станы, так подозреваю, или не успел, нет, скорее всего не успел, но сейчас он может даже уйдет отсюда, потому что у него прыжочек есть, паунч, стан, да, сброс сработал раньше, а там у нас развивается дальше событие, Туликс, каска, ультимейт, форстав, ну либо вперед, но погиб, гем надо гем срочно забрать, гем прыгает вперед, Лафи забирает гем, хорошо, и Сайленс и Варт, кстати, сбили как-то, Варт сразу же, Вич-доктору, не знаю, как это произошло, но сбили, и байбекнулся у нас, Брюмастер будет сражаться, Ноктис, нет, Ноктис все-таки, мне кажется, здесь выживет, очень много у него хп, за Лафи, блин, даггер использует, и опять гем, но тут уже нет, наверное, возможности гем забрать.
Но хотя Брюмастер-то байбек сделал, почему дальше не продолжили сражаться? Как-то вар сбили Вич-доктору. Я не понял, как, чем? Чем сбили вард? Может быть, примерз Колдфит сбил? Потому что Башера у Сларка нетовой, да, вроде бы убили. Ну и решили забрать Рошана. Ага, вот так вот искали на Сларке. Ну вот теперь-то... Говорят, а мы назад кофы отыгрались. Так оно, видимо, и есть, смотрите. Камбэкнули эйфория, и вот назад отыгрались кофы. Кстати, очень много отыграли, вот по сути 10 тысяч денег отыграли, и по опыту 12 опыта тысяч отыграли, но вот опять камбэкнули. Опять камбэкнули. Но теперь у нас игра более-менее на равных будет происходить. У Вайдак Аегис. Ага. Ну, на самом деле я бы Аегиса дал Старку, потому что Войд тут не очень-то полезный персонаж, от него только требуется сферу поставить, хроносферу, чтобы да, там все остальные постреляли, не более того. Ну и Квапа тут тоже какие-то загулы совершает на вражескую территорию, прям аж совсем под Т3, Вайпер ультанул, вот может быть прыгнут, пока он там ультанул в крипа, попробовать как-то Вайпера немножко напрячь. Ну а здесь Лафи. Ну он-то, собственно, с ультимейтом сразу же синхронно 2 ТП. Вот прыгает куполом, накрывает, а вот два, вот, а вот каска полетела. Не достали. И вард стоит, и вард стоит, вард стоит. Отгоняет он РНТ. Но не более того, Вряскин погибает второй раз. Квапа прыгает вперед. Ультимейт, БКБ, есть ультимейт. Хорошо, но Квапа погибает, тут же баш прокает. Тут РНТ тоже погибнет, потому что разложился. Но у него был купол, а гем-то выбили, гем забрали. Назад нет, все-таки Тир пытался забрать этот гем. И что? И Брюмастер сложился, но гем-то остался. Все-таки вот Вич-доктор не успел прожать госсеттер, сейчас прожимает и погибает из-за этого, потому что магический урон Сларк носил. Ух, 4 в 1. Плохо, плохо, плохо. Ну, вард от Вич-доктора был плохой. Очень плохой. Бил он только по одному Вайду, а вот еще и успел уйти. Ну, ой, ай, ну ошибаются сами, эйфория, ошибаются сами очень сильно. Очень сильно ошиблись. Просто нереальная ошибка была. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну. Вард нельзя просто так тратить. Это очень серьезный скилл. И, ну, так, ну вот, вот опять купол не успел ни по кому поставить, но тем лучше для команды Эйфория. Могут они попробовать сейчас как-то отковыряться. Все сразу же пытаются сюда уйти. Форстав вперед, что-то как-то. Ну, уже ничего. Да, Лафи не успел дать стан, не среагировал. Тем временем... Вайпер. Ну, Лилене как-то надо. Вот все-таки надо было не госсептер покупать. Вот Shadow Blade. Shadow Blade, мне кажется, здесь бы решил. Никто бы не ожидал, что будет Shadow Blade на Вич-докторе. Ну, правда, гем там этот вот купили и теперь его отдали. И... Да, и вот тогда теперь, конечно, уже Shadow Blade не канает. У кого гем? А, гем на базу положили. Ага. Но все равно, ну, тогда Shadow Blade можно. Правда, не знает, это эйфория, есть ли там гем или нету там гема. Ну, в любом случае, Shadow Blade был бы полезной темой. Несколько неортодоксально, что ли, если хотите, точнее наоборот, но ладно, неважно. В общем, гем, Shadow Blade, так, и Blink Dagger успел отсюда делать Тулекс. Так, 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 ну я не знаю, просто на самом деле вот у эйфории все просто. Надо, чтобы Вич-доктор поставил хороший вард, и его защищала вся команда. И под этим вардом драться. То есть навязать сражение, то есть должен Shadow Shaman дать кого-то хекс, кого-то закрыть вардами, должен быть стан от Вряскинга, но чтобы не могли бежать. Чтобы вот просто-напросто вот, как-то остановить. Ну то есть тут бы, конечно, помог бы Триант Протектор, может быть, во многом, да, или какая-нибудь там Нагасирена. Но таких героев нет. Надо обходиться тем, что есть. Ну и еще и Квапа там. Ну то есть надо, чтобы все просто свои вот эти вот замедлялки побросали. Подавали там, позамедляли, чтобы нельзя было просто убегать. Чтобы надо было именно сражаться. Ну вот здесь вот в смоке 4 героя. Еще один смок использовали, чтобы Вряскинга накрыть. Накрыли и побежали. Побежали, кстати, вот
правильное направление передвижения выбрали, и вот сейчас, возможно, курьера сейчас увидят. Курьера увидели. Значит, где-то там. Квапа. Квапа уходит. Так, 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 прыгает вперед, Верас Кинг сразу стан Вайдан, он на Вайдан зафокусит, чтобы он купол не поставил, за купол БКБ! Вводит БКБ, так, хорошо, и Вард, вот он, Вард поставлен, там Ноктиса, он стреляет, но Ноктис-то очень сильный, очень-очень-очень сильный, Ноктис выживает, в итоге Шадоу Шаман не выживает, и так, хорошо, ведь Джоктор пока живет, а там Тир погиб, ультанул, там Лафи уже, но Лафи уже один раз погибал, и просто разбирает команду Эйфория, не получается у них ничего, но опять Вард был плохой. Туликс ушел отсюда. Опять был Вард плохой. Опять в одного. В одного. Ну спешит с Вардами. Ну что ж ты так делаешь? Ну, Ленни. Ой, спешит с Вардом. Очень спешит. Ну и в итоге и Варда уже, видите, особо дэмэджа не вносит. Бил этот Вард Вайпера. И что в итоге? Вайпер, ну типа... Ну я не знаю, что Вайпер просто плевал на это все дело. Квапа ультанула, ну окей. Прыжочек, купол опять. Шадоу Шаман погиб. Кстати, в том сражении Шадоу Шаман Варды не поставил. Ну и опять-таки заходили вот так вот, заходили снизу. Вот купол поставил. Ну тоже, как же, ну почему нельзя зайти вот всем сверху? Зачем надо было снизу? Тем более Шадоу Шаман бежит. У которого вот 10 левел только сейчас появился, понимаете? Вот еще раз левла включим. 16 у Лича. Тут, ну, короче, GGVP. Ребят, Кираса на Вряскинге. Летит он сражаться. Что я не понял. А почему все назад побежали? Почему все побежали назад? А почему? Что за БКБ? Кого бояться-то? Чего бояться? Опять варды. Смотрите, просто все. Все от варда ушли. Слушайте, а почему? Я что-то не понимаю. Почему куфы? Чего они боятся-то? Забрали только один барак, казар мага поставили. Да боже, было спокойно продолжать драться. Да что вы они сделали? Тут уже ничего эйфория сделать не могут-то. Все, уже сдулись. Вард, конечно. Ну, понимаете, и Вич Доктор-то не... Не 16 левела, до 16 ему очень далеко, а тут еще и Линкан, Сларки, да что это, какой-то Сларк. Прям совсем уж защитный, так еще БКБ собери. Ну это была бы Медуза или Морфинг, то конечно да, ну Линкан на Сларке еще, да. А может быть, чтобы не Хиксили, ну типа, так БКБ тогда уж. Зачем именно Линкан, в чем смысл именно Линки? Так, ну решили all mid идти, эйфория, как бы, типа, все есть, вард есть, один, варды вторые есть, ну окей, окей, идите all mid. Ну типа, еще ждать, типа, 15 минут фармить, ну и дальше что? Вот Квапа все-таки была очень сильно битая, но в итоге 14 тысяч она нафармила, в итоге у нее есть много, много всего. Но Квапа вот пока не способна убивать. Квапа ведь такая... В принципе, герой очень интересный. Он может и в лейте, в принципе, быть полезным. Потому что, ну, ведь уже дамаги-то 200, тоже неплохо. Какие-то криты там, да. Тот же Скади, и будет она очень больно наваливать. Вот, но... Не это Квапа. Потому что тут уже... Ну, понимаете, у аппарата 1700 хп. У Лича 1000. Ну, у Лича, конечно, мало хп. Но нагоним-то не собирал. Так. А там что, там прыжок? Там я не заметил, как Старк Шадоу Шамана забрал. Но, как бы от этого сути дела не меняет. Шадоу Шаман погибает первый, погибает всегда. Очень быстро. Ну, короче, не знаю, ребят. Просто мы... Просто пора уже заканчивать кофы. Давайте, 40 минут. Сколько можно ждать? Не смогли реализовать свой пик эйфории, вообще не смогли. И то нежное преимущество, которое Вич Доктор получил в самом начале, те 5 фрагов, которые он сделал, которые вылились в быстрый Аганим. Ну, по-моему, один файт нормально только с Аганимом с этим провели, и все. Потом эти варды, конечно, этот вард, который ставится постоянно как-то в одного, стреляет, ну, просто беда. Просто беда. Боже, как же куфы хотят выиграть? Я, ну,
Я только этим могу объяснить вот то, как они перемещаются по карте, то вообще, что они делают. Они в 100 тысяч раз сильнее вот сейчас, но они боятся заходить, боятся драться. Хотят они и сыр, и Аегис. И только вот, может быть, с этими артефактами готовы они сражаться. Окей. Избит Рошан. Рошан убит. Но Аквапас с Хиксом. Вот так вот. Королева. А что твой король имеет? Кирасу, Блиндагер, Мейнстром. Ну вот на самом деле Блиндагер сейчас можно продать. Вот, прямо вот Лафи врываться не в кого. На самом деле в него врываются. В них там врывается команда Куф. Так что Дагер, в принципе, сейчас не особо нужен. Правда, что купить? Можно Башер купить. Вот, хотя на Башер и так деньги будут. Дагер всего лишь 1000 монет даст, если его продать. Ну, на 1000... Ну, 1000, конечно, не решит тут ничего для Вряскинга. Скорее всего, он там Мьяльнир дособирает. У него Кираса, он уже быстро бьет, да, 0.6. Скорость атак в секунду. То есть, короче, за секунду почти два раза бьет. Ну, вот еще один ему купить Гиперстоун, и тогда точно будет у него очень... Ну-ка, что-то летит тут. А, просто Светок Портала летит. Ага. Ну да, вовремя летит Светок Портала. Ну, надо вот сразу же ТП-шиться на фонтан и башер покупать. Что... Ну, на байбеке, наверное, оставляют. Ну, окей. Ультанули в него. Да, хорошо. Вот, прыгает Вилсон Паперсон. Ой, варды, наконец-то, все-таки посылка в пас заультила очень хорошо. Ну а где же вард каска? Есть вард. Варда нет. Варда нет, Ноктис. Ноктис, он пока не рискует ставить вард. Ведь Джоктор правильно делает. Вот сейчас уже самое время ставить вард. Надо ставить вард, но вот они побежали. И варда не будет. Не будет варда. Долго думал, вот. Понимал, что проблема в том, что вард не ставит. И... Ну а Лили, ну что ты там бегаешь? Купол. А, от купола он бегал, Лафи. Лафи бегал от купола, Туликс погиб. У него байбека нет. 75 монет не хватило на байбек. 75 монет. Вард, понимаете, надо было... Ну, опять вот... Опять проблема. То ставил, то не ставил. Ну, а здесь вот крипто остался. Выжил крип, к сожалению. Вряскин, вряскин. Ну, можешь сейчас прыгать и кого-то стан давать. Ну, прыгай, есть стан. Хорошо, за ИВ. Нет, все-таки долетел до... Нет, там БКБ была. БКБ, Лафи. Ну, Лафи, вот, хорошо. И дальше что? Ну, а остальные-то где помощь? Да помощь нет, никто не летит, байбеков нет. Ну, как бы GGVP. Все. Что попытался сделать Лафи, но... Как бы и все. Каска, да. Ну и вард. Ну, посмотрите, вард вот вообще не дамажит. Вообще не дамажит вард. Ха-ха-ха, купол поставил РНТ специально, чтобы забрали, чтобы своих, чтобы подставить своих союзников бокобу. Аквапа, ну сейчас баш прокнет, прокнул, аквапа погибает. Да, Бремастер, ну тут уже файнится на фонтане, ребята, сплит. Успел, в самый последний момент уже влетел в него этот кирпич, но он успел, да. Ну что ж, команда Куф победила. Команда Куф победила, мы ее поздравили, но эйфория была очень близка к победе. У них был хороший старт, хорошее начало, хороший буст. Может быть, буст не для того героя, может быть, если бы не Ведь Доктор получил буст, а какой-нибудь Квапа получила буст, тогда бы, да, тогда бы по-другому все пошло. Но видите, что случилось, то случилось, не смогли реализовать буст для... Лилени, и, ну, так вот, 6-6-12 он закончил эту игру. Ну, начало было шикарное. Начало было шикарное, но потом все пошло по-другому. Ладно, друзья мои, на этом мы с вами, сегодня с вами будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире. Всем пока!